15 апреля в Москве объявили обладательницу титула «Мисс Россия 2017». Татарстан на конкурсе представляли победительницы «Мисс Татарстан 2017» 22-летняя Зульфия Шарафеева и «Мисс Казань 2017» 20-летняя Камиля Харисова. В течение месяца девушки жили в отеле в изоляции от семьи и друзей. 3,5 недели мы жили в Подмосковье, в загородном отеле. Была очень жесткая дисциплина, то есть у нас было ежедневное расписание, которое состояло из определенного график, то есть кроме как завтрака, обеда и ужина, у нас были тренировки, какие-то выезды иногда, иногда мы встречались с кем-то, опять же, мастер-классы, но если была какая-то развлекательная программа, тем не менее мы шли на тренировки, тренировки никто не отменял. По словам Камили, девушки всего за один месяц стали очень близки. Они пытались всячески поддерживать друг друга и оказывать помощь. Финал конкурса проходил на сцене концертного зала «Барвиха Лакшери Вилледж». День начинался с репетиций, с примерок, с макияжа. На самом деле очень быстро все прошло. Несмотря на то, что мы рано встали, все будто бы за секунду закончилось. Зульфией мы вообще поставили общий национальный номер, когда был конкурс национальных костюмов. У нас было разделение такое, я рассказывала про древнюю Казань, древний Татарстан, и привезла в подарок дирекции коллекцию оригинальных монет, которая состояла из 2 древних монет и 4 оригинальных, и которые, конечно же, посвящены Казани. А Зульфия посвятила свою часть выступления современности, она рассказала об Иннополисе, привезла в подарок робота. По словам Камили, конкурс для нее был некой проверкой, и самой главной соперницей для нее была она сама. Стоит отметить, что к своей мечте она шла с 15 лет, проходя раз за разом кастинг на «Мисс Татарстан». Национальный конкурс «Мисс Россия» основан в 1927 году в Париже. Сейчас проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Отборочные туры проходят в 85 регионах страны. В кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек. У конкурса есть эксклюзивные права на представление страны на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.